Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня зовут Нусвалиева Айджан. Мне 27 лет. Айджан, вы из какого города? Я из города Бишкек. Бишкек? Я жила за границей и бывала и в Америке, и в Европе, и в Москве очень долгое время была, училась. Как там? Ну, Москва на меня немножечко так как-то плохо влияла, наверное, эмоционально. Кажется, это одна из причин, почему я так впала, если так можно сказать, в депрессию. А почему вы решили вернуться в Бишкек? На самом деле я была замужем, и у меня родился маленький ребеночек, и наши дороги разошлись, и я вынуждена была вернуться с ребенком в Бишкек. В браке Айжан родила сына, которого назвали Марк. После возвращения домой девушка взяла перерыв в творчестве, чтобы больше времени проводить с сыном. До вот этой конкретной паузы, да, у меня очень прям активное творчество было. У меня были множество конкурсов. Это был конкурс «Шабыт», который был в Астане в 2009 году, где я завоевала гран-при, представляя свою страну. Потом «Восточный базар Украина». Сегодняшнее выступление на Central Asia's Got Talent можно по праву считать возвращением Айжан на сцену. Спасибо большое. Спасибо. Вот ради таких минут и хочется жить, на самом деле. Ради таких минут и существуют такие проекты, как Central Asia's Got Talent. Вас действительно Бог поцеловал. Вы очень талантливы. Спасибо вам. Я получил огромное наслаждение. Наконец-то я дождался. Спасибо большое, очень приятно, спасибо большое. Вы сейчас спели, и я вот почувствовал, о чем часто говорила Гульнур, говорила Ситора, Нурлан. Спасибо вам за такое спасибо прекрасное большое. Исполнение.
Айжан, реально, вот честно сказать, я даже в какой-то части вам позавидовала, вашему таланту, вашему голосу. Вышли на сцену такая нежная, такая хрупкая, вот будто бы думаю, что сейчас она споет. И когда вы запели, вот честное слово, в какие-то моменты я даже молилась за вас, чтобы не скользила. Чтобы, вот я думаю, боже мой, дай бог, чтобы она до конца допела круто, потому что вы настолько пели. Вот, как это слово сказать? Не круто, не классно, а вот именно вот еще больше вот этого вот. Вот, короче, вы вот так спели. Спасибо большое. Я тоже была в восторге. Спасибо. Очень понравилось мне ваше вот это исполнение. Молодой парень, молодой человек, мой жених Адилет. Айжан Нусувалиева на сцене Central Asia's Got Talent. Anywhere I feel.
Айжан Нусувалиева, Кыргызстан. Уважаемые судьи, наверняка вам есть что сказать. Да, Кумар, это та участница, которой я подарила свою золотую кнопку. Она еще тогда меня поразила своим вокалом, исполнением. А сегодня вообще я в восторге. Айжан, браво! Спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо. Да, вы просто восхитительно спели. Если до этого всегда Ситора говорила, ой, я влюбилась в этого, ой, я влюбилась в того. Теперь я скажу, я влюбился в вас. Супер, спасибо за эту песню. Спасибо вам. Удачи и увидимся совсем скоро. Спасибо. На этом проекте начала выступать после очень долгой паузы. Из-за этой паузы, конечно, были моменты, которые сказались на моем выступлении. Когда ты долго этим не занимаешься, ты уже теряешь, может, какие-то навыки. Оттуда и волнение. Я очень волнуюсь, потому что песня, она новая. Я раньше никогда ее не исполняла. И самое главное, у меня цель, мне кажется, по достоинству ее спеть. Эта песня очень-очень для меня близка, близка моему сердцу, моей душе. Я живу этим. Каждое выступление для меня это как какой-то отрывок, наверное, жизни. Вот песня начинается, она, конечно, имеет свой какой-то смысл, посыл. Конечно, хочется выиграть, ты для этого, безусловно, идешь на конкурс именно с этой мыслью, с этой целью. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me. Get it louder now. Can you hear echoing? Take my hand. Will you share this with me? Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlight, all the stars sealed from the night sky will never be enough, never be enough. For me, for me, never.
Айжан Нусувалиева, Кыргызстан. Браво! Спасибо большое. Айжан, кому ты посвящаешь эту песню? В трудные моменты в моей жизни меня спасало только одно. Это моя музыка, мое творчество, мои близкие. И из-за этого я хочу эту песню посвятить моей маме, моему сыну, а также для своего молодого человека. Спасибо. Гульнур, что вы скажете по поводу исполнения? Я еще раз убеждаюсь, что я не ошиблась, дав тебе золотую кнопку, и ты оправдала мои надежды. Молодец, Айджан. Спасибо, Гульнурджан. Рахмат. Марике? Да, на самом деле этот бриллиант так прям сегодня еще заиграл. Молодец. Голосуйте за Айжан, я просто хочу сказать, ты прелестна. И у меня будет к вам деловое предложение. Об этом мы узнаем в 16-м эпизоде или в следующем году. Айжан, пару слов твоим поклонникам. Да, дорогие кыргызстанцы, я очень надеюсь на вашу поддержку. Голосуйте. Спасибо большое. Жители Кыргызстана, Кыргызской республики, кого вы выбрали своим победителем? И это Айжан Нусувалиева! Сборные аплодисменты. Приз упал. Так, надо вернуть аплодисменты. Айжан Нусувалиева, Кыргызстан. Айжан, пару слов для ваших поклонников, для ваших фанатов. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто за меня голосовал и поддерживал, болел за меня. Спасибо моим гражданам, кыргызстанцам. Я вас люблю. Огромная благодарность. Ваши бурные аплодисменты. Спасибо.